Невеселые горки или ЧП на каруселях. В набережных Челнах в парке культуры и отдыха «Победа» один из аттракционов начал разваливаться прямо на ходу. В минувшую субботу карусель «Веселые горки» потеряла одну из деталей кабины, в которой ехали дети. К счастью, никто не пострадал, однако 30-секундное видео с инцидентом моментально разлетелось по соцсетям и дошло до федеральных СМИ. Разбираться в ЧП теперь будет прокуратура. Подробности в первом материале выпуска. ЧП произошло в минувшую субботу после обеда. Аттракцион откатывал свой 20-й сеанс в этот день, когда передняя часть первого вагончика оторвалась и влетела в посадочную платформу. Запечатлел аварию один из посетителей парка. На замедленной съемке видно, что в той самой кабинке сидели двое детей. Обошлось, к счастью, без жертв. По словам дирекции парка, сейчас работа аттракциона приостановлена на неопределенный срок. Как только прокуратура вновь разрешит ввести его в эксплуатацию, сотрудниками парка будут проведены тесты, в том числе с грузом. «Веселые горки» – один из старожилов в парке каруселей, но до сих пор нареканий к аттракциону не было. Сам парк открылся лишь в минувший четверг, за два дня до ЧП. И, по словам его руководства, к началу работы все было готово. Как сегодня нам сообщил его директор Рим Сафиулин, у карусели оторвался декоративный элемент. Официальный комментарий о произошедшем учреждение культуры разместило в соцсетях. По результатам служебной проверки установлено, что причиной произошедшего являются механические дефекты крепления декоративных элементов конструкции первой кабинки аттракциона. Указанные элементы стилизованы под переднюю часть кузова легкового автомобиля и представляют исключительно декоративную часть аттракциона, не относящуюся к несущим элементам конструкции. Однако этого хватило, чтобы случившимся заинтересовалась прокуратура республики, которая тут же начала проверку веселых горок. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания, возможности дальнейшей безопасной работы. И с привлечением соответствующих специалистов будут установлены причины возникшей неисправности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, а пока что все остальные аттракционы в парке продолжают работать согласно расписанию. Любовь Захарова, Ради Ганеев, Челны 24.